Жизнь для нее означает движение. Потому и любимое увлечение техникой стало профессией. Юношеский баскетбол сменился мотокроссом, где она стала кандидатом в мастера спорта. А мотоцикл уступил место штурвалу неотложки. Это, я хочу сказать, душа коллектива. И ни одного нет сотрудника в больнице, который бы ее не знал. Потому что она участвует во всех мероприятиях, помогает всем отделениям. В характере Антонины Борисовны удивительным образом сочетаются практичность и скрупулезность руководителя-технаря с детской мечтательностью и юношеским романтизмом. Собрала уникальную, не имеющую аналогов коллекцию из 64 моделей скорой помощи. Именно она стояла у истоков создания здесь замечательных цветников. И сегодня больничный двор – это лучший образец ландшафтного дизайна, созданного бережной рукой и теплым сердцем. Так же бережно, как к редчайшим цветам, Антонина Борисовна относится и к людям. Она – организатор большинства мероприятий. Этот человек помогает мне во всем, лично мне. И не только в работе, и делом, и советом. Как бы я ни обратилась, какой бы помощью ни обратилась, этот человек всегда окружает меня своим теплом, своей заботой. Ей послушна не только техника. Жизненная мудрость и опыт позволили создать настоящую команду. И десятки мужчин-водителей готовы идти за ней и в огонь, и в воду. Требовательный. Все было хорошо, чтобы машины на ходу были, особенно за ремонт, она чуть ли голову может не снять. И в то же время она отзывчивая. По любому вопросу обращаешься, она любое поможет. На работу с рассветом, домой после заката, 5 лет без отпуска. По-другому свою жизнь Антонина Борисовна не представляет. И то, что зачастую именно от нее зависит спасение маленьких пациентов, подвигом не считает. Ведь главной наградой называет смех здоровых детей и радость их родителей.